Мы хотим показать следующее, что Алексей с выдвижного монитора будет передавать контент, который мы увидим в плане на экране, во-первых, телевизора и на мониторе. Ну, у него есть еще презентация, которую, насколько я помню, он хочет рассказать. Сейчас хочу показать небольшую презентацию в качестве демонстрации того, как контент из Москвы вы сможете увидеть у себя локально на своих мониторах и на экранах. Это презентация о реализованных проектах ITC. Она такая больше обзорная, просто красивые картинки с реализованными проектами. Видите, я запустил презентацию у себя, она тут же отобразилась на мониторах выдвижных у вас уже. Я хотел бы добавить немножко, мы не видим сейчас это на проекторе, потому что проектор у нас не подключен к нашей системе. Если бы он к медиа-сервер был подключен, то мы бы видели на башне. Сейчас это проектор независимо работает. Коллеги, ну вот я начинаю презентацию. Я вот сейчас начну, соответственно, переключать слайды. Вот видите, это, значит, проект, реализованный проект офис Китайской национальной нефтегазовой корпорации в Дубае и в Абу-Даби. Здесь как раз представлена безбумажная система. Следующий слайд. Национальный университет Кыргызстана. И здесь, на этом слайде, есть возможность даже попробовать запустить и продемонстрировать видеоконтент. Вот смотрите, на левом слайде. На левой картинке пошло видео. Это все, я напомню, запустил из офиса в Москве. Это реализованный проект на аудиоконференц-система 06 серия. На столах, вы видите, стоят пульты 06-21, про которые Андрей вам рассказывал и показывал в презентации по аудиоконференц-системе. Здесь представлена еще тоже видеокамера производства ITC. Это трибуна, на которой стоит такой же пульт. Вот. Следующий проект – муниципальное государственное учреждение в Южной Африке. Этот кейс мы тоже рассматривали в презентации. Стоимость его – это уже система, аудиоконференц-система ITC серии 02. Вы видите пульты 0205 на столах. Вот, перехожу к следующему слайду. Большой конференц-зал. И вы видите на правом слайде в подлокотнике кресел врезанные пульты с возможностью приема канала синхроперевода. Это здание советов в Боливии. Вот еще один проект, это тоже безбумажная конференц-система в интеграции с аудиоконференц-системой. Здесь вот видите отдельно врезной монитор и отдельно врезной микрофон аудиоконференц-системы. Реализованный проект в Узбекистане, это также безбумажная конференция аудиоконференц-системы.